Всем привет! Решил снять видео на тему того, что я давал задание на базар СНГ подписаться на мой канал. Даже, ну, не задание, просил, потому что задание там на самом сайте, пока заданий нет, я сделал рассылку платную и как бы попросил пользователей подписаться на мой канал. Вот. В ответ обещал один СНГ коин перевести. А кто свой логин мне напишет в комментариях. А спасибо вам всем. Кстати, вот я хочу вам показать мой канал. Сейчас я подгрузил. Вот, оставили мне комментарии. Вот Наталья, Валерик, Алямус, Елена, Захар, Олег, Тасс. Спасибо всем, но тут так получилось, я просто об этом не знал, я перевод делал вчера первый раз, и оказалось, что там не логин просят для перевода пользователю, да, друг другу, а e-mail. Я понял, почему, потому что вот когда я говорю, я с самого начала там, раньше логина вообще не было. Раньше при регистрации просили указать только фамилию, имя, отчество и e-mail. А потом уже, когда чат появился, для чата сделали логин. Вот, для чата сделали логин, чтобы в чате пользователи друг друга там, ну, все-таки как бы фамилия, имя, отчество это тоже как персональные данные, по возможности лишний раз их не показывать. Потому что кто-то изначально при регистрации пишет, там уже придумывает себе логин вместо имени, а кто-то вот может написать настоящую фамилию, имя, отчество, и, соответственно, это нежелательно показывать. Кстати, сайту за это перфект администрации, что они так сделали. Но они не учли момент, что перевод по логину нельзя, то есть не доделали вот этот момент. Я вчера написал в техподдержку, честно, не знаю, у меня пока ответа нету, но если сделают перевод по логину, будет здорово. Видео почему снимаю? Во-первых, сказать вам спасибо, что вы подписались, поставили лайки, очень приятно. Если честно, я не ожидал, что будет как бы реакция. Я думал, прочитаете письмо и все. Как бы переход по ссылке сделали, заработали и бросили. Вот, это очень приятно, во-первых. Во-вторых, я как бы обращение вот хотел вам сказать, что нет, я вас не обманываю, что обещал перевести. Просто по логину на данный момент, оказывается, не получается. Я вот в комментариях вам написал там, можете зайти на мой канал, опять же, на это видео, и увидите, что я даже да, не туда вы можете, не вы можете к себе зайти в свой аккаунт и увидите, что я вам написал сообщение. Там же приходят сообщения, вам ответ на комментарий. Вот, просят почту. Смотрите, если вы свою почту не хотите указывать, в принципе, я бы, наверное, ну не, я бы указал, если бы она у меня была не моя постоянная почта, да, которую я там создавал для таких вот сайтов, для аккаунтов, почту именно. Я бы ее указал в общем чате там или на сайте, ой, или в этом, в комментариях. А если вам неудобно, давайте подождем, посмотрим, что техподдержка напишет. Если вдруг они сделают по логину, то я вам переведу по логину. Если нет, кто не хочет ждать, вернее, не так. Если хотите, если можете прислать мне вашу почту, по которой вы зарегистрировались, я вам тогда сделаю перевод. Смотрите, чтобы не было, что я вас обманываю, вот я в чате вчера переписывался с Захаром. Захар, кстати, спасибо, он был первый, кто отреагировал на мое письмо. И он мне кинул e-mail, я ему перевел рубль. Вот он мне пишет, что да, пришел 1 рубль, благодарю. Все работает, спасибо. И вам спасибо, Захар. А вот на видео видно, что я зашел вот в кошелек, нажал подарить, перевести, ввел сюда имя. Видите, вот, например, я введу логин, даже если взять сейчас, кто вот меня оставил логин. Вот, Валерик 3. Да?
Валерик 3, это, как я понял, это и логин. Ну, потому что я и в письме просил логин. А тут уже написано надпись «Введите e-mail пользователя». То есть я логин ввожу, Валерик 3, поиск не дает ничего, пользователь не найден. Так что, ребята, извините за то, что получается, я вас как бы обманул, что я вам обещал перевести и не перевел. В любом случае, все комментарии, все ваши данные остались. Если даже через месяц сделают там или через неделю эту возможность по логину отправлять, то я вам обязательно всем переведу. Если не сделают, тогда что-нибудь можем другое придумать. Или вот по почте могу переслать. Вот видите, я вчера отправил одному пользователю один СНГ коин и второму пользователю, потому что, ну, мне дали почтовый ящик. Так, всем спасибо, всего доброго. А, ну дайте, раз уж я видео снимаю, я хотел сказать, в прошлом видео я снимал и говорил, что обещали сделать дополнительный вид заработка, это про виды заработка на базар СНГ, но там функционал был другой. Не поверите, вот я выпустил видео, надо было мне не выпускать видео, просто подождать 2-3 дня. Они поменяли функционал, как раз уже на страничке заработать, уже сделали отдельные кнопки. И на данный момент видно, что вот кран удачи тоже работает, он выделен, чтение писем уже работает. Но вот на кране удачи хорошо, молодцы, они написали, что да, если ты заходишь в кран удачи, да, то тебе будут показы и переходы не более 7 раз в сутки. То есть, возможно, показы и переходы по рекламе. То есть, всплывающая реклама баннерная будет. Ну, естественно, они ведь раздаются, ну, как денежку и хотят как-то компенсировать. То есть, вы взяли, перешли по рекламе. Им, может быть, за это что-то капает. А они вам дают часть. Но хочу отметить, что последние несколько дней там на сайте вообще было тяжело работать. Очень много вот этих окон было, рекламы. А, наверное, может, кто из пользователей пожаловался, может, они сами поняли, администрация. И они это все убрали, и даже вот в чате, если прочитаете, в чате вверху они написали, что убрали по всему сайту вот эти вот всплывающие окна, которые переходы на другой сайт, как бы сами по себе происходят. А эти переходы остались только в крайней удаче. Так, ну уже большое спасибо за это администрации. Я уже, если честно, хотел с этого сайта не уходить. Ну не уходить, ну не было желания заходить, потому что реклама, она тоже надоедает. А сейчас стало намного легче. Вот. Все, всем привет еще раз. Пока всем. Кто подписался, спасибо огромное. Кто не подписался, подписывайтесь под любым видео на моем канале. Ставьте, ну, видите, пока ставьте логин. А там, если сработает, я по логину буду пересылать. Потому что почту я считаю, что показывать свою почту тоже не каждый, не должен человек и показывать в общем доступе свой почтовый ящик. Вот. Если что, пишите мне в чат. Я периодически захожу на базар СНГ. Я, скажем так, ну, раз в 2 часа точно захожу, потому что по сундукам щелкаю. Я увижу. Если что, пишите в чат на базар СНГ, пишите комментарии на Ютубе. Всем спасибо. Пока.